Сегодня, несмотря на сложные погодные условия, добрались до села Кавран. Село уникальное, единственное такое в своем роде, интельменское село, которое сохранило свои традиции, несмотря на малую численность, удаленное положение, продолжает развивать и сохранять, приобщать к ним молодежь, к традициям коренных народов. Здесь замечательный ансамбль, который многократно становился победителем различных конкурсов за пределами Камчатки, всероссийских конкурсов. Видно, что люди стараются, развивают и образование, и культуру, но, конечно, много проблем в селе есть. Главная, первоочередная, это проблема с ветхим жильем, которое, к сожалению, не попадает в программу. Будем недостатки, которые в нормативке есть, стараться устранять. Сейчас в данный момент нет возможности финансировать расселение аварийных домов, блокированной застройки. Будем смотреть, каким образом решать. Скорее всего, все равно путь в индивидуальном жилищном строительстве и в содействии строительству со стороны краевых властей, чтобы жители могли сами, собственно, жилье строить, потому что многоквартирные дома все равно вряд ли такой эффект дадут. Нужно, чтобы и огород был, и какой-то участок, и чтобы была возможность продолжать такой вот привычный образ жизни сельчанам вести. Также проговорили вопрос, связанный с капитальным ремонтом детского садика, ну и очень актуально строительство нового здания для Дома культуры и для ансамбля, который здесь репетирует, вот, потому что здание ветхое, по сути, вынуждены репетировать в таких условиях, абсолютно не приспособленных. Пока проекта нет, есть только примерно наметки по площадке, но будем разрабатывать его с тем, чтобы такое развитие сил придать, и чтобы могли реализовать здесь и туристические перспективы, и перспективы такие именно этнокультурные, связанные с сохранением интельменских традиций.